Добрый день, друзья! Я снова во Львове и снова решил зайти. Тут есть такой притулок. Сейчас я вам прочитаю, как правильно. Притулок врятованных тварин – это по-русски питомник спасенных животных. Я здесь был где-то больше года назад, у меня есть видео на канале, кому интересно, можете пересмотреть. И сейчас мы со всей семьей пришли, я хочу посмотреть сам и показать вам, что тут изменилось. Итак, вперед! Вот лисы. Раньше они были в другом месте, и их было намного меньше. Сейчас их смотрю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тех, что я вижу, наверное, даже больше. Вон, видите, те свернулись. И мы были день назад. Тут еще ходят гуси. И вот интересно, лиса, а рядом гуси, а их не достанешь. Тут попугаи. А тут енот. Сейчас его не видно. И вот тут было очень много енотов. Тоже их что-то не видно. Тут тоже непонятно кто. Енотов было очень много, наверное, их куда-то переселили. И вот тут добавились вольеры. Целый ряд. О, вот еноты. Енот уссурийский. И вон они все, если видно, горкой спят. День назад они бегали, ну сейчас вечер, может быть, они раньше ложатся. Пойдем посмотрим дальше. А вон еще еноты. Да, я помню, в прошлый раз их было очень много. Там под лестницей, наверное, не видно. А, и вот. Вот тут довольно большой. Вот как раз нам позирует. Так, а это у нас носуха. Вот ее точно не было. Смотрите, как раз она рядом. Вот, а тут их много. Тут их много, это, наверное, мама, а то дети. Дети и уже на сухе. А вон еще, тут их, я вижу, четыре. Наверное, это ее дети. Вон мама бегает. Носуха. Давайте почитаем. Где он? О, он, оказывается, в Южной Америке, ближе к экватору. А это тут не написано, но я так думаю, чернобурые лисы. Их тоже не было. Вот смотрите, где. Еще одна. Так, идем дальше. Ну, здесь голуби. Я думаю, голубей вы видели. И аисты. Или это цапли? Не, наверное, аисты все-таки. Все-таки, наверное, аисты. И кто у нас еще там? Кто-то ныряет, слышно. Тут у нас... Ага, это дикобраз. Позавчера он выходил. Ну, сейчас посмотрим. А, вон он спит. Наверное, вам не видно. Сейчас он не хочет выходить. Ну, это или нутрии, или андатры. Наверное, нутрии. Нутрии. Для них тут все условия. Они плавают. Одна что-то грызет, вторая себя чистит. А это то ли орлы, то ли ястребы. Тут не написано, но судя по клюву,
хищники. Вон их тут три. И там тоже три сидят. Только что летали, а вон еще четвертый. А тут их тоже много, наверное, ястребы. Вот я их вам еще покажу. Я прочитал, это конюк из породы ястребовых. Действительно, я правильно определил, что ястребы. Ну, это коза или козел. А тут был такой еще позавчера экзотический козлик. Мы его снимали, а сейчас его что-то нету. Вон там тоже. Ну, а здесь, друзья, должны быть волки. Сейчас мы их... А, вон они спят. Тоже что-то в этот раз неудачно пришли. Большинство спят. Ну вон, если вам видно, попробую увеличить. Вот это волки смотрят сюда. Позавчера они бегали. Ну, значит, надо и отдыхать. С ними тут живет еще и кабан. Вон, видно? А тут козочки что-то хотят получить съестного. А вот и Хрюшка пришел. Вон, у него видно рана на боку. Тоже пострадал от человека или от зверя. Вот такая, друзья, короткая экскурсия по питомнику спасенных животных. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. А будьте во Львове, обязательно посетите это место с детьми. Здесь много интересного, можно пожертвовать какие-то суммы. Видите, действительно люди развиваются. Вот в прошлый раз я был, было намного меньше и вольеров, и животных. Все-таки я считаю, дело хорошее. На этом у меня все. Понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Будем здоровы и будем путешествовать!